Всем привет! Копаем уже в 2021 году. В леса сейчас не проберешься, так как выпало уже немало снега. На открытых участках тоже практически не копается. Решили проверить несколько ручьев. Недавно простудились, неделю провалялись дома. Вон все хрипы и сапаты, но все равно решили выехать на свежий воздух. Я думаю, свежий воздух нам не помешает. До первого ручья нам нужно пройти вот через это поле, вон до посадок. Ну и будет первое место. Ну вот, дошли до ручья, уже попробовал копнуть. К сожалению, земля в ручье нифига не копается. Ну, край ручья тоже стояли какие-то постройки. Здесь копается более-менее нормально. Уже есть находка. Ну, посмотрим, что это. Такая вот некрупная железячка. Переехали на другое место. В том месте металла нифига не оказалось. Решили поменять место поисков. Пока ехали, дорогой валил снег. Думали, сюда и не попадем. Ну, местные жители здесь чистят дороги и доехали практически до места. В этом месте тоже проходил ручей и стоял старый колхоз. Ну, посмотрим, что нам здесь удастся найти. Скоро уже придет весна, ну а так как мы много путешествуем, нам нужно будет приобрести необходимые вещи для туризма. Все, что нам нужно, я посмотрю на Е-каталоге. Здесь я смогу подобрать нужный мне товар, посмотреть фото и даже видео данной вещи. Сравнить цены и подобрать подходящий магазин, в котором я приобрету то, что мне нужно, так как Е-каталог объединяет множество магазинов. Все ссылки на Е-каталог я оставлю в описании к видео. Ну вот, друзья, и первая находка. Похоже, это транспортерная звездочка. Земля более-менее нормально копается, и это уже радует. Нужно немного обкопать. Ну вот такая неплохая находка. И в этой же яме, где была звездочка, похоже, транспортерная лента. Ну, может, небольшой кусок. Похоже, всего лишь несколько звеньев. Есть, друзья, очередная находка. Похоже, не крупная. Ну, зимой забираем все. Ну, неплохое железо. Выкопал вот такую неплохую запчастенку. И рядом с ней еще что-то есть.
И тоже такая же штука. Вес имеет, заберем. Смотрите, друзья, вот так посреди кустов открытый колодец. Вот поэтому мы и стараемся зимой не искать рядом с бывшими фермами. Повсеместно встречаются колодцы, и запросто можно туда уйти. Хоть этот колодец и не глубокий, но все равно легко можно переломать ноги. Сейчас его немного чем-нибудь закидаю. Ну вот так-то будет гораздо лучше. Я думаю, вряд ли в эти кусты полезет человек. Ну даже если и подойдет туда, эти палки его остановят, и он туда не провалится.
Ну вот, друзья, первая партия металла готова. Металл хоть и не тяжелый, но все равно что-то есть. Сейчас отвезу это в машину и попробуем еще что-нибудь найти. Выдалбливаю еще одну звездочку от транспортера. Ну, в этом месте земля конкретно промерзшая. Сейчас как-нибудь ее отковыряем. Готово. Неплохой металл. Друзья, рекомендую вам интернет-магазин «Грунтовик». «Грунтовик» является розничным подразделением торговой компании «Raycom Group», эксклюзивного дистрибьютора брендов «Garrett», «Fisher» и официального дистрибьютора брендов «XP», «Technetics», «Bounty Hunter», «Nocta Macro» и «Bushnell». Сегодня продажа металлоискателей в сети осуществляется многими, но покупать металлоискатель нужно только в проверенных магазинах. «Грунтовик» продает металлодетекторы, официально ввезенные на территорию России, зарегистрированные в специальной базе и обладающие полной официальной гарантией. При возникновении вопросов вы можете получить грамотную консультацию у специалиста в «Грунтовике». Ну а при покупке металлоискателя укажите промокод и получите скидку. Ссылка и промокод в описании к видео. Спустился в ручей и уже что-то есть, но опять похоже не крупное. Вот такой вот кусок трубы. Очередная находка в ручье. Возможно, что-то покрупнее, но лежит глубоко. В ручье земля копается гораздо лучше. Такую землю зимой копать одно удовольствие. Сейчас мы эту находку выкопаем.
Это, друзья, трак. Вот такие бы находки почаще находить зимой. И опять неплохая запчастенка. Ну вот такое количество металла у нас уже в санках. Уже, друзья, хочется есть. Сейчас весь этот металл перевезу в машину. По пути заберу транспортерную звездочку. Перекусим и затем продолжим копать вот такие вот приятные запчасти. Пожарили мясо. Вот по такому окорочку сейчас съесть нам совсем не помешает, так как передвигаться по снегу и копать не так уж и легко. Сейчас перекусим, и будет уже совсем другое дело. Всем приятного аппетита! Красота! Зимой на свежем воздухе. Обалденно! Немного перекусили, у нас еще не пройдена половина ручья, металл здесь попадается, ну еще попробуем что-нибудь найти. Ну вот, друзья, только начал поиски и уже что-то есть. Рессора. Есть сигнал. Сейчас проверим, что это. Такая вот железяка.
Есть, друзья, находка. Стук хороший. Если я не ошибаюсь, этот рак. Так и есть, еще один трак. И прям рядом с траком есть еще находка. Ну, похоже, не крупная. Ну, все равно неплохое железо. Неплохая запчастенка. Смотрите, друзья, какая толщина металла. Похоже, это какой-то каточек. Я думаю, будет толковая находка. К сожалению, это половина катка. Раньше в этом ручье была вода, ручей высох, и попадаются вот такие путевые находки. На улице темнеет, мы уже выехали на трассу, накопали примерно 200 килограмм металла, ну, я считаю, удачно покопали в зимнее время. Плюс цена на металл сейчас достаточно высокая. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, друзья, до новых встреч!